Оптическая мышь залита электролитом с батарейки. Батарейка на вид вроде не... Но видно, что что-то тут не так. Обнаружил как? Смотрю, закрытая мышь, а тут вроде как клеем заклеена. Вот так по всему периметру. Вот такая картина. Электролит потек с батарейки. Сейчас будем исправлять. Пластмассовые части кинул в воду. Зубной щеткой. Смотрим, как он этот электролит. Мыло как отъест или нет. Да? Как-то так. Мыл теплой водой с мылом. Теперь хай хорошенько просохнет. Высушил, собрал. Вот так выглядит после промывки. Ну все, мышь работает. Да. Собрал на место. Так, новую батарейку. Вид уже не тот зачуханный. Плата была чистая. А так, если не чистая, то спиртиком аккуратненько можно протереть. Вон курсор бегает. Левая кнопка мыши, правая кнопка мыши, все работает. Колесо прокрутки, ну это по тексту надо файлу. А так все пашет.